ехать мне надо. Подстрахуешь меня? Все просто. Утром заказы, а вечером деньги собрал, и все. То есть ты теперь звонки принимаешь и бизнес ведешь, да? Да. Ты можешь себе представить? Клининговое агентство. Там 5 азиатов. Одна по-русски не понимает, а другой зубы купола отлить может. Кирилл, ну только с тобой такие вещи происходят. Спасибо, братуха. Ко мне девушка приезжает из Норвегии. Я переписывался с ней где-то 6 месяцев. Потом она написала, что надо познать друг друга. Привет. Сейчас ты ее обаяешь. Поедете с ней жить в цивилизованную Европу. Выезжает цвет русской интеллигенции. Я не там лежал, думал, почему ты уехать хочешь? А что это непонятно? Революция осталась здесь, а демократическая свобода у нас. Вот. Россия тебя вырастила, выкормила. А ты за свободой туда? Женя, это цивилизованно. Ну-ну. Ты ведь обо мне многого не знаешь. Чего, например? Кирилл Евгений, это вы клининговым агентством заведуете? Ну, это статья 322 УК РФ об организации незаконной миграции. Что, завтра в 6:50 была на работе? Скажите, а у ваших сотрудниц есть миграционные карты? Ну, че на жопу из таких, как ты? Россия не захлебнет скоро. А ты спрашивал, почему я хочу уехать? Москва, Третий Рим. Какая ужасная жизнь у этой женщины. В Норвегии против эксплуатации женского начала. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас принято здороваться, когда ходишь в общественный туалет. Добрый день. С ее европейской толерантностью приедет и увидит гарем. Чехрой, квартира 60 метров на проходчика. Да, господин Кирилл. Не надо, только не господин. А правда ли, что вот это все прямо в торговом зале? О, господи. Как ты стрижешь со своих девочек 30%? Стрижешь? Ну, иногда стригу, постригаю, хобби. А, ты еще и куафер. Ну, счастливо вам. Да. Вы когда уезжаете? В среду, по-моему. Мы с Анной вместе работаем. И, собственно, я бывший муж. Женя уезжает в Норвегию. Куда он едет? Мы вообще о бараньях ничего не знаем. Ты спишь со мной в целях эмиграции, а не в целях любви? Ты так это печально сейчас сказала. Мы русские своих не бросаем. И как я могу уехать? Да ё-моё! Да хватит тебе, прошу тебя! Женя, ты не виноват, ты просто живешь не в той стране. Мне кажется, мы сейчас вот такую ошибку совершаем. У тебя есть свое прошлое, у меня есть свое. Достоевский писал про каких-то абсолютно других людей. Угу. Слушай, ты русский человек, веди себя с достоинством. Я про тебя знаю все, что мне надо. Что ты знаешь, что нет? Ты уже старался быть здесь счастливым, но тебе не получилось. Ну, поедешь ты туда, поешь этого хамона с пармезаном. А дальше что? Да, наливай.